как выглядит перицеп Фигельмани. Ну, обычно это ночное время, 2 часа ночи. Сейчас 2 часа ночи. И вот мне точку дали вот здесь, вот на этом паркинге. Точку, ведущий дал точку вот здесь. Но сюда, во-первых, не заеду. Тут даже знак, кстати, стоит запрещающий. Хотя все туда заехали, ну, это уже я, значит, буду нарушителем, если я сюда заеду. Вот, движение запрещено. Короче, кобздец. В общем, голова у коллеги где-то здесь стоит. А прицеп он оставил аж где-то... Или не оставил, где-то вон там где-то стоит. Там мне нужно еще свой сначала отцепить. Где-то. Короче, я не знаю. У меня патовая ситуация непонятная. Тупиковая.